«Зоопатруль» – уникальный проект телеканала «Самара ГИС» и ветеринарного центра «Флагман Вет». Буквально несколько недель назад он пропал. Ходили, искали, естественно, его не нашли. Съемочная группа вместе с зоозащитниками выезжает туда, где бездомным животным требуется помощь. Вокруг дороги мусорка и... собственно, заброшенное здание, на котором жили щенки. Следующий выпуск 27 февраля в 19:30. В попытке выбраться он вырвал вместе с плечевым суставом, по сути, всю свою переднюю конечность. Мы расскажем о том, как животные на улицах лишаются конечностей и как им помогают.